Здорово, друзья мои, с вами Спикер, и мы продолжаем играть за Гордон Фримена. Уровень ресурс максимальный, без смертей, и погнали. Меньше слов, больше дел, друзья. А у нас есть уже КП, у нас есть уже монтировка, и скоро нам дадут пистолет. То есть мы будем отбирать. Ну, погнали. Мне уже не терпится надрать задницу. Так, мы эту фигню уберем. Черт, как она слепит же. Так, мы тут пролезем, открываем дверь. Так, в ту сторону. Они довольно хорошо ХП снимают, ребята. Так, он умеет прогибаться. Так быстрее будет. Так, есть ХП. Нет, у нас 100%. Хорошо. Берем пушку и будем отстреливать. Ух, жесть, нифига. Он снял сразу с пуком. Отдай же пистолет. Кишки взяли 18 патронов. В принципе, неплохо. Конечно, ничего не могу поделать. Так, тут проще монтировку сделать. Теперь главное экономить патрончики. Как хорошо лег-то. Главное делать хедшоты, и будет без проблем все. Так, ждем поезд. Сейчас будет заварушек на той стороне. Как мне помнится. Так, можно даже пробовать на скорости. Хотя довольно это опасно, но я попробую рискнуть. Кто не рискует, тот не делает красивые сценки. Ух, хо-хо-хо, красиво получилось. Так, погнали. Так, кто меня прессует? Ух, ребят, отлетели. 70 кп. Это, конечно же, проблемка уже. Так, там еще есть, ребята. Там, по идее, у них есть патроны. Так, можно, в принципе, вернуться попробовать. Да, поезд стоит на месте, может вернуться и взять патрончики. Надеюсь, их там не бесконечное будет количество. Так, больше никого нет, друзья. Я вам покажу уровень сложности максимальный. Как видите, трудный. Так что, чтобы не писать в комментарии, что я делаю. Хотел, конечно, стримчики, но, друзья, стримчики не получается. Из-за того, что скорость интернета. А, возможно, и ПК. Конечно, в будущем я с этим разберусь. Когда-нибудь точно я разберусь. Кстати, проблемы с патронами я не вижу. Они прибавляются довольно неплохо. Здесь такая емкость неудобная. Так, давай наверх. Внимание, так, эту фигню надо сразу уничтожить. Так, ладно, пускай летает, есть патрончики. Патрончики жизни нам нужны. Нужно будет, конечно, искать, не торопиться, главное. Потому что у нас всего лишь есть один дубль, и нужно пройти. О, стой на месте. Хорошо рвануло. Как они без РКБ снимают там? Там есть еще одна бочка. Нормально, готово. Так, ребята, сверху я не смогу забрать патроны. Это, конечно, фигово. Внимание. Так, ускоримся, они уже позади, слишком далеко они. Немедленно подтвердить статус в отделе гражданской обороны. Так, меня прессуют, я же не вижу, с какой стороны. Так, один готов, есть второй еще. Ах, бог на него. Прыгаем вниз. Так, рядом с бочками я не хочу стоять.
Ух ты, жесть. 53 хп. Он толкал бочку. Про это, конечно, забыл. Да сдохнет им. Так, патроны нужны. Так, есть хп. Да, я скажу, не так уж это легко, оказывается. Но пока что есть хп, нужна бронь, по идее. Так, 100 будет? Не, практически 100. Так, пускай подойдет поближе. О-хо-хо-хо, вот это отлетело. Так, посмотрим, где патрончики есть. Тут у нас ничего нету. Внизу ничего больше нету. Все подобрал, пойдем дальше. Практически 100 патронов, это реально круто. Да, проблем с патронами нету. И реально, в принципе, неплохо иду. Они по ту сторону, они будут мешаться, наверное. Так, проходим быстрее, гаси мне там. Так, нечто, возможно, позади. Так, 100%, есть припасики. Нам нужны припасы. Ну, нормально, патрончики есть еще. Так, позади не вижу. Нет, походу и позади есть, и с той стороны. Они меня окружают. Так, это еще двое там. И еще двое, они подходят поближе. Давай, по хедшоту. Черт, с другой стороны обходит. Хп, да что за фигня? Вот это был хороший хедшот, но остался последний, кажется. 8 хп. Нормально. Вот это было жарко. Конечно, войдем во вкус, и тогда я все пойму, насколько оружие неубиваемое, насколько мы убиваемы, и тогда гораздо будет проще. Патроны собрали много. Я как-то экономлю, конечно, патроны. Не хочется мне остаться без патронов с одной монтировкой. Это будет довольно сложно. Так, мне нужно патрон где-то найти. Мне нужно жизнь найти, патронов у нас хватает. Полагаю, сирены по тебе. Хорошо, ты нашел нас. Ты не первый, кто был здесь. Это Фримен. Судный день Альянса настал. Послушай, мы лишь наблюдательный пост подъемки. Главная станция совсем рядом. Они направят тебя. Пока позволь мне друг Вартиконку дать тебе хороший заряд бодрости. Осторожен. Нам нужно пройти незамеченными. Если ГО поймает тебя, вся железная дорога будет под угрозой. Так, ребята, вы остались на месте? Да, ребята, остались на месте, а мы движемся дальше. Так, у нас ничего нету, друзья. И я вам покажу, что уровень сложности у нас трудный, так что все нормально. Так, где тут проходить здесь? А, в трубу же. Нет, не в трубу. Все, где ломается. Так, все нормально. Можно пройти. Ух, помню этих тварей. Эти твари еще те были. Сюда!
Так, у них там есть блокпост, я помню, с левой стороны. Так, меня гасит. Отряду гражданской обороны. Признаки антиобщественности. Он, походу, ушел. Нет, он здесь. А он прям за углом будет. Да сдохни наконец-то. Какой живучий там. Да высовывайся уже. Так, неплохо. У них там, по идее, блокпост с правой стороны. Да, издалека там пулеметчик еще есть. Это довольно будет сложно. Но нам надо будет, конечно, высовываться. Уклонистское поведение. Поведение обвиняемого. Наземным силовым. Изолировать, огласить, исполнить. Ничего, снял хп мне. Хотя можно пойти в атаку, поближе подойти. Но он будет на подавлении-то. Так, бочек там нету никаких. Так, он готов. Надеюсь, не пересядет нас за пулемет. А нет, походу, пересел за пулемет. Какой гад-то. Так, он тоже готов. И пойдем вперед. Нужно взять патроны. Так, они сверху. Тут нам не забраться. Как неожиданно было-то. 56 хп. Станция 12, прием. Говорит станция 8. Мы слышали, что станция 12 уничтожена. Оперативные ударные группы атакуют железнодорожные станции. Повторяем, ГРУ атакуют подземные станции. К нам поступают беженцы с 9 и дальних станций. Кажется, мы... А, все-таки были бочки. Жизни бочки были, были бочки сверху еще. Там есть пулемет, кстати. Ой, сколько их там? Так, фигняться. Фигня мне слепит. Походу уже расправились. Так, походу, где-то сверху был. Так, больше ракеты. Нам нужно ход давать. Так, здесь, походу, у нас есть тайник. И значок, значит, должен какой-то тайник. Да, есть тайник. Так, хп нам не нужно, в принципе. Неплохо прошли. Так, спокойно. Жалко, конечно, патроны, но придется потратить. Хотя можно просто монтировкой. Ну, посмотрим, как монтировка будет. Давай, присосалась. Поднимает нас? Ох, да, поднимает. Как-то резко поднял нас. Сюда! Иди вперед, друг. Эта станция разрушена, но впереди другие. Я останусь тут ждать сами. Внимание, ответили 647Е, как проверить численность. Так, нужно подняться, или можно их загасить. Они просто ушли. Ушли на другое место. По идее, тут будут кидать бочки, как мне помнится. Но хорошо, прыгаем вниз. Припасик есть. Черт. Подвода нужно! Так, держимся в углу держимся. Ух, кислорода не хватало. Так, меня гасит, кажется. Так, один труп готов. Где второй? И второй сюда. Так, патроны нужны. Подняли, потеряли много слишком хп здесь. Мне просто не хватало кислорода. Я думаю, из-за бочек это все дело.
Он будет обходить меня? Или будет стоять на месте? Какой живучий оказался-то. Так, патронов нам хватает. Взорвать. Отрядом поддержки, год 3. Просто как кусок говна упал. О, с другой стороны ищем. Нормально встретили. Так, нужны патроны. Так, где как раз и пригодятся нам бочки. Так, спокойно, спокойно. Тут я помню, толкать нужно бочку, и тогда можно ее взорвать. Так, а, просто можно взять ее. Так, бросаем. Нужно ее поджечь вовремя. Ох, да, это круто сейчас будет. Вот и все, язычки свисли. Так, и можно в угол бросить еще. Там есть еще парочку лизунов. Он не то присосал. О, нормально. Неплохо. Да, по-моему, все. Так, есть ХП. Возьмем это дело. Черт возьми, бочку бросили. Кажется, с левой стороны меня шмаляли. Так, что живой, там их двое. Так, один готов, остался еще один. Так, готов, не готов, я не понял так. Ух, сколько бочек сразу. Так, походу он готов. Нафига разработчики поставили столько много бочек? Словно какой-то экшен получается. Под воду. Кто меня прессует еще? На, вон издалека. Может, под водой пройти. И поближе к нему. Так, нужно подняться наверх. С этой стороны нету. Он прямо надо мной где-то. Готов. Ух, довольно жарко. В принципе, неплохо. Пока что идем. Конечно, не хватает нам жизни. Это прям позади меня прессует. А мы уходим просто. Так, ну что, друзья, мы вышли, в принципе, хорошим местом. Их тут нету, можно переждать и, наверное, начать другую серию уже. Ну а с вами был Спикер, увидимся в третьей части. Всем спасибо, кто смотрел, и продолжаем играть. Всем до новых встреч, всем пока.